День, когда в одном месте собрались гребцы, лыжники, представители игровых видов спорта, знаменуется как подведение итогов и награждение лучших спортсменов и их тренеров. В зале и заслуженные мастера спорта, и кандидаты. Спасибо нашей спортивной команде и каждому персонально, спортсменам, тренерам, родственникам за труд, за терпение, за упорство, за то, что своими победами прославляете наш край. Каждый из спортсменов в этом сезоне выступал на крупных турнирах. Некоторые удостоились права поехать на Олимпиаду. Но даже этот уровень соревнований не позволяет многим спортсменам оценить свой сезон на отлично. Сезон был довольно-таки хороший. Думаю, оценку дам 6,5 из 10, так как не все реализовал и не получилось хорошо выступить на Олимпийских играх. Я думаю, мы чуть-чуть ошиблись в подготовке, и поэтому я и мои сокомандники так плохо выглядели. Специальный приз в номинации «Олимпийская доблесть» Алтайского края вручили стрелку Сергею Каменскому. Бийчанин на последней Олимпиаде завоевал бронзовую и серебряную медали. Что хочу сказать. Несмотря на то, что возникает много трудностей сейчас, я призываю всех спортсменов не опускать руки, тренироваться и идти вперед. По итогам награждения памятные дипломы и кубки получили 35 спортсменов и 11 тренеров. Сейчас у кого-то небольшой отпуск, а кто-то уже начинает готовиться к новому сезону. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.